Сегодня в России отмечают День юриста. Праздник был учрежден 5 лет назад. Лучшие в своем деле принимали поздравления от коллег и руководства области. Всего в зале филармонии собралось более 1000 человек. В этом году заслуженные работники этой профессии впервые удостоились общественного признания. Ирина Трофимова далее. Впервые День юриста в области отмечается с таким размахом. В зале почти нет свободных мест, всего более 1000 приглашенных. Среди них как начинающие специалисты, так и именитые представители профессии. Событие продолжает череду профессиональных праздников, которые проходят при поддержке губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Глава региона направил поздравительное письмо в адрес юристов региона. В Самарской области десятки тысяч людей так или иначе связаны с юридической сферой. Сегодня именно от вас во многом зависит четкое, безукоризненное исполнение законов, защита интересов государства, прав и свобод каждого человека. Наградили лучших и заслуженных юристов области. Эти номинации введены впервые. Я думаю, что общественное признание стать юристом года очень престижно. И я думаю, что в этой жизни, как, если сравнить с «Оскаром», много у нас есть режиссеры, но многие подают, номинанты попадают, но никогда не получают премию. Конечно, это такая награда, которая должна, безусловно, быть стимулом на будущее. Для меня это действительно почетная награда. Я очень благодарен губернатору и сообществу юридическому, которое поддерживало такое решение. Также впервые наградили юристов года в области юридического просвещения за вклад в науку и образование специалистов отрасли. Ими стали преподаватели ведущих вузов региона. Ирина Трофимова, Дмитрий Столяров, новости губернии.